сегодня мы в очередной раз проводим наши соревнования. Соревнования называются «Сердце городского конкурса «Раз» в этом фонду. Пометка «Родион». Здравствуйте, Валерий Николаевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься тэквондо? Будем говорить так, начнем, что учась в школе, я начал заниматься лыжами самостоятельно. У нас еще не было тогда детской спортивной школы. Вот. После школы я уехал учиться, значит, отучился, приехал, опять продолжил занятия лыжным спортом. Вот. Потом в город Зарайск приехал Комаров Вячеслав Николаевич, тренер по дзюдо. Начал заниматься дзюдо. Вот. Ну, уже годы были большие, то есть я начал заниматься в 24 дзюдо, к 30 годам, как бы, все-таки разрешили заниматься такими экзотическими видами спорта, как карате, тэквондо, ушу и так далее. И, значит, немножко увлекался железом, качал железо, и в 92 году к нам в Зарайске я познакомился с президентом клуба «Эридан» московского по тэквондо, и мы решили сотрудничать вместе с ним на поприще развития тэквондо в городе Зарайске. Вот, и приходилось, то есть мне приходилось и детей учить сразу, и самому учиться, значит, ну, вот так я пришел в тэквондо. То есть вы приняли решение создать спортивную секцию и передавать ваш опыт практически сразу, одновременно с вашим обучением тэквондо? Да. Расскажите, пожалуйста, о планах развития секции на следующий год. Может быть, вы будете участвовать в каком-нибудь крупном турнире областном вместе с ребятами, например? Ну, следующий год начнется, я так думаю, с чемпионатов Московской области по кадетам, по юношам. У нас старше 14 лет нет спортсменов, то есть у нас в основном вот как-то вот детский вид спорта, да, то есть детские соревнования, то есть не старше 14 лет. Но вот хотим выезжать на чемпионаты Московской области по кадетам. Весной хотим съездить еще раз на всероссийский турнир, который проходит каждый год в Рязани. Вот в том году у нас Павлуткина Надежда на всероссийском турнире завоевала третье место. Хотим туда тоже съездить. Вот. Ну и такие старички тоже хотят до сих пор выступать. То есть я имею в виду себя и Казадай, и Ольга Александровна. У нас в феврале будет по базовой технике чемпионат Московской области и ЦФО, Центральный федеральный округ.
И надеемся, что в марте мы отберемся на чемпионат России, который пройдет в Анапе по базовой технике. А у детей вот Москва, всероссийский турнир, Рязань, всероссийский турнир и чемпионат Московской области. Совсем скоро Новый год. Что бы вы пожелали нашим зрителям? Занятия физкультурой и спортом. Объясню почему. В первую очередь занятия физкультурой и спортом дает здоровье. Наш, будем говорить так, цивилизованный век, извините, что я так немножко с иронией сказал, здоровьем население не блещет. И для себя я сделал выводы, что только спорт и занятия физкультурой дадут нам здоровье. Ни один врач вам не поможет, ни одно лекарство вам не поможет, если вы не поможете сами себе. А это главное, это физкультура и спорт. Ничего страшного и зазорного, что кто-то из вас провел сегодня только один бой. Вы перебороли свой страх, вышли и подрались. Вот главное достижение бойца.